Да уже месяц в этой деревне, ебать, сидим. Нихуя наступление не можем двинуть нормально. Укры все нахуй въебывают наше подразделение. Не дают двинуться просто, пиздец, у них опорники хорошо оборудованы. Все, танк выкатился по нашим, отхуярил нахуй, укатился. Они только идут, пулеметы открыли, огонь нахуй, наши подавили, все, наши опять идут без одного. Все, у них только наши двинулись, там выкатили технику, наши их артиллерия по нашей сработала, по нашей пехоте, и все, пиздец, наши все в панике, все нахуй, никто не хочет в наступление идти. Технику разъебали, минометы разъебали, все пиздец, остались без нихуя. Все пиздец. Вот оно наступление. И так нахуй неделю. Перспективы вообще никакой, да? Вообще нихуя. Просто нет, нихуя, осло совсем. Так вот мы воюем.